Добрый день! Меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек, и мы сегодня поговорим с вами о средствах, которые помогут вашей коже во время диет и похудения. Вслед за ушедшими килограммами появляется шелушение, высыпание, обвисает кожа и видно морщины. Такое бывает? Придется поменять программу ухода. Прежде всего, обратите внимание на питьевой режим. Вода важна не только для всего организма, но и для кожи. Добавьте в свой уход увлажняющие средства. Например, сыворотка 3D увлажнения и маска Аква Удовольствие подходят для любого типа кожи и позволят сохранить влагу во время вашего процесса похудения. Если ваша диета содержит мало белков и животных жиров, то это всегда влияет на качество кожи. Это всегда потеря тонуса и эластичности. Пока вы молоды, это может быть незаметно, но с возрастом это проявится сильнее. В этом случае стоит выбирать средства, которые содержат витамины, антиоксиданты. Также могут содержать гидролизаты коллагена, эластина, пептиды, все те компоненты, которые помогут вам удержать каркас кожи. Среди средств Гильтек вы можете найти концентрат 5 пептидов, сыворотку интенсив омоложения, а при резкой потере веса гель, моделирующий для нижней трети лица, поможет поддержать овал и подтянет кожу. И не забывайте про массаж не только для тела, но и для лица. Также иногда диета сопровождается резкой сменой рациона, что может повлиять на возникновение акне. В этом случае обратите внимание на продукцию линия антиакне с противовоспалительным действием, а также на энзимную пектиновую маску для дополнительного очищения. Грамотный подход и правильный выбор косметики позволит вашей коже оставаться здоровой в любых ситуациях. А на сегодня у нас все. Оставляйте свои комментарии, рассказывайте о ваших любимых средствах Гильтек, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.